Фортебанк продолжает разыгрывать автомобили каждую неделю. И география победителей тоже расширяется. Сегодня ключи от новенькой Toyota Camry 70 получил житель Уральска. Сколько автомобилей еще осталось? И что необходимо сделать, чтобы стать обладателем машины в нашем следующем материале? 8 из 13 автомобилей разыгран. Обладателем новенькой Toyota Camry 70 стал Алтай Маштаков. Житель города Уральска признается, что ему впервые в жизни повезло. И в свою удачу он поверил не сразу. Это уже моя шестая машина и первая, которую я выиграл. Брал кредит 10 сентября на личные нужды 700 тысяч тенге. Алтай Маштаков на выигрыш не надеялся. Мужчина работает в департаменте юстиции и уже 20 лет ездит за рулем. Принять участие в розыгрыше может любой казахстанец. Главное условие – это беззалоговый кредит на сумму от 200 тысяч тенге. Для этого надо либо прийти в отделение, либо подать онлайн-заявку на сайте банка. Победители будут выбраны в прямом эфире 31 канала. Мы определяем счастливчика методом подбора случайных чисел. Сразу после получения кредита вы автоматически становитесь участником розыгрыша автомобиля Toyota Camry 70. Розыгрыш проходит каждую неделю и продлится до 25 декабря 2019 года. Трансляция розыгрыша проводится каждое воскресенье на 31 канале в программе «Большой закуп» с Аделью Розалиновой. Зарина Беремкул, Наталья Райм, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы.